Привет, птенчик. Все, пуляй, Что я короче. баф? Кресты. Кирс, ты же сказал, что тебя не будет. Назад кто-то, сделайте стрейф, нажмите на сумон. Если тебя не должно быть, почему я тебя вижу? Сумнулся, он мне что-то не видно. Танк 251. Котенок, агро. Котенок, куда я ставлю? Наверное.
скиллов будет надо было сбегать, да? Уман никак не скачает, блядь. И когти поотрезать. Если что, если вы здесь и котенок с джунами, есть такой аддон, Omen называется. Идите, качайте аддон этот, почаще его смотрите. А он повышает ДПС? Ну, мозгов прибавляет точно. Нормальный аддон. Кружок танчик. 5 хилов не захилили мишку. Вот, а ты спекнешься, нет, не хочешь? Да я могу. А то немного угрозы скрывается там, агрофи. Да, там не напуливали просто. Вон, смотри, там. Два роги, которые по 40к ДПС дают. Это опять коняка слакает, да, я так и думал. Слакеры, сука. О, выпустили по амнистии. Кого? В Дискорде. А. Меня. ЛРА, я за тобой все равно слежу. ЛРА, что, буянишь? Ладно, я его в личку как бы немножко унизил. В личку слезьте сколько хотите. Ну все, все, все. Я осознал. Просто почему его не мутят сразу же, как только начинается вот это вот вакханалия? Ты про кого? Я ему так про молодого человека. Есть у нас тут один такой розовый. Я ему кинул мод вместе с тобой. А не один. Справедливость восторжествовала. Так он и так с мутом был, а не. Что привело тебя сюда? Заметь, я так агрюсь только на ванильку. Это мой персональный раздражитель. А второй спек какой там? Ретрик у тебя, да? 250 ты говорил. Ну давай в ретрика тогда.
темпов это ты загнул. Мишка, ты в Диссидри Ада? Да. О, это девочка. Привет, как дела? Прекрасно. Все, Войд режим альфа-самца активирован. Басня Войд и пожилые шары. Сори, я по делу. Что? Я понял. Ну ты, короче, послабее побегай. Первого я потанчу. Там возьмешь огненного правого червяка. Да, окей. Вообще-то я уже в танке, если не заметил. Вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного. Все же про товар спасает мир, как всегда. А можно фулбаф по друидам? Я бы даже сказал, нужно. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь. А ты смотри, щит одетый. И красный плащ. И чарка мангуст на внутриосе. Если быстро закроем охоту и перед ГВРТ останется время, можем быстренько заменить РС-25 обычку. Там может кому шишки на твинов надо. Обычку. Вот, там слоты есть? Нет, тут фото. Вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Там, если случатся, если кому-то надо шмотки, запоминайте, какие вам надо, и твинки. И я просто складываю сумку пока.
смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к зарождению! Какое чудесное представление. Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Неподходящая цель! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Карацус! Эреданский повелитель Кланинского легиона! Сразу поменяем его нахуй. Ну. Ты без Вильфреда Непопамса весьма трагично и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Этот броня сразу в танка. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Орду! Луки, ваша луна. Три изгнания, три страха по очереди. Бля, тенг, как всегда. Шакала танчит броня. Я танчу треугольник. Где этот дурак? Вот этот ромбик танчит Мишка. Заходишь, медведь? Первый будем убивать звезду. Второго будем убивать ханта, кружок. Потом крестик. Ну и самое главное, черепок, контроль тебя. Чтобы он не хилил. Где там медведь зайдет? Нет. Моса, ты в коте уже? Моса тут? Thank you.
первую звезду. Так, ДКшников вроде нет. Ворвусь там, дам эфир. Погнали. Блять, чё там, звезду вихрюет, что ли? Надо звезду вихрюать. После звезды кружок. Вижу трех локов, но не вижу бана на дереве. Крестик. После крестика череп. Можете там между делом звезду залить хила тоже. Надо подождать. Не сейчас. Все, вон два моба. Сначала резнитесь. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Танки остаешься, понял. Белую бери. Танчишь левую, я правую. Смена цвета будет, вальками поменяемся. Че, мой Влад КФК решил прийти? Повелителя, твоя оценяешь и признай ничтожество.
один. Мы примем любой вызов. Сын тут? Да. Еще не пошел на охоту? Пошел. А чё люди ливают? Кикнул. Рейд слабый, типа нахуй, да? Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Извините, интернет краснул. Будет тебе такое испытание. Плюс они там. Больше. Сложи ледяную скорбь, и я тебя заслуживаю смерть. Нерубианцы воздвиг... Интересно, а нам бы хватило ДПСа, вот пока лич пиздит, захуячить его, у него 35 лямов. Да я думаю, хватило бы. И в целом, обойти не пришлось, да? Вагон. Шкаф сумануть надо. Сейчас под боссом, да. А все не надо. Тут труп Вальки упал в воду. Да, может ТД. Лечу. Чё, гол? Давай, давай шкаф. Мы кого ждём? Тык. Тык, тык, тык. Тройной суман. Всё, он тут гол-бол воет. Я на боссе. Ну всё, го. Сказал он, значит, его. Сфера только разбейте. Что там танк сдохнет? Блять, надо что-то страшное сделать. Ну как бы его бить надо. Это тактика. Да я понимаю, мне одному не хватает. 280 item level, тут уже не надо бить. Тут уже вместо мозгов там ДПС, рекаунт. Понимаю.
стоит скриншот такой. Открываешь черепную коробку, а там скриншот, там на сурке 25 кдпс. Красиво. На вскрытии два патологоанатома, да? О, портал в шатры сейчас будет, да? Вообще Ебать, рейтничный уже. Власть мертвых продам 5к. Власть мертвых куплю 10к. Десять к реала. Блять, рестал бы еще кто. Ну ладно, хуй с ним. Продам вайда, одна медная. Даркис, подсматриваешь, да? Шо так дешево? Так про товары ж бесполезные. Наман. Ну можно еще десяточку другую накинуть. Из-за шеема. То есть 11 медиков, да? Да. А линка не потрэшу вот урон? Мне кажется, я там буду на нормальном месте. Хоть где-то, да, блядь? Ну да, хоть где-то я должен, блядь, ДПС давать. О, ебать, Даркис, а ты где? А я где? Нормально, да? На этот, на похитил душу, блядь. Да не, я этот, мультидотаю, типа, чуть-чуть. Но Жунен все равно топ. Это грудь.